Югорчан приглашают стать соискателями премии правительства Югры имени Ивана Николаевича Шесталова. Заявки принимаются до 1 мая. Напомню, престижная югорская награда утверждена постановлением правительства округа в декабре 2012 года. Она ежегодно присуждается югорчанам, которые продолжают дело выдающегося маньцзийского поэта. Претендовать на премию могут те, чей вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера получил общественное признание на российском или международном уровне. Стать обладателями премии могут как авторские коллективы, так и отдельные деятели, проживающие на территории Югры.